Детство должно быть только счастливое. В этом абсолютно уверены сотрудники Центра социального обслуживания «Вера». Поэтому в День защиты детей они постарались организовать по-настоящему волшебный праздник, полный сюрпризов и веселых приключений. У нас собрались 30 детей, детки особенные и ОВЗ, и с аутическим спектром. Наш праздник и наше мероприятие нам помогли подготовить торгово-промышленная палата. Благодарим их, огромное спасибо. Солнечная погода позволила провести мероприятие на свежем воздухе. Все-таки первый день лета. Поддержали идею праздника и помогли в организации предприниматели муниципалитета. Мы часто проводим подобные мероприятия. Мы считаем, что люди бизнеса должны с открытым сердцем и со всей искренностью помогать тем, кому это действительно нужно. В небольшом, но живописном саду возле здания учреждения было организовано несколько увлекательных мастер-классов. Занятие по рисованию проходило с использованием мольбертов. Малыши могли почувствовать себя настоящими художниками. Просто хочу уже лето поскорее. Вот. И ты будешь рисовать лето? Наверное, цветочки, всякие травку, солнышко с улыбкой. Особой популярностью у детей пользовалась игровая зона с конструкторами. Я взяла такую штуку и помогаю вот этому мальчику собирать. Алена Жучкова приводит своего 5-летнего сына Матвея в центр на оздоровительные занятия. Мама довольна, что сотрудники учреждения организуют еще и такие интересные праздники. Праздник очень нравится, очень здорово для детей. Выбор и строить, и рисовать. Очень нравится. Главной звездой праздника, несомненно, стала пони по кличке Мадонна. Пони у нас с такой кличкой благородной. Она и ведет себя соответствующе. Пони обучена для общения с людьми, в общем-то, для безопасного общения. Потому что мы все знаем, что спортивные лошади бывают довольно строговаты и сложноваты для обычных людей, не спортсменов. То эта пони, она готова на все. То есть можно погладить и ушки потрогать. Программа подбирается индивидуально, то есть в зависимости от запроса, да, то есть дети с гиперактивностью, они успокаиваются вообще не с лошадкой. Да? Если там ребенок с детским церебральным параличом и у него сильная спастика, то при езде на лошади мы без седла катаем, и там происходит расслабление мышц. Вот. То есть эффект очень разный. Нормализуется тонус, улучшается внимание, развивается крупная и мелкая моторика. Для виновников торжества было подготовлено много сюрпризов и подарков. Интерактивная программа с участием клоунов и любимых персонажей из мультфильмов, аквагрим и веселые танцы. Хороший, любимый праздник. Я смотрю на своих внуков, как на ангелочках. И сейчас пришла с радостью, что и дошла еще до этого дня, еще праздновать такой день. Поздравляю всех детей и вас, родителей, с этим праздником. Сотрудники центра постарались создать праздник счастливого детства и наполнить его радостными впечатлениями, подарив каждому ребенку возможность окунуться в волшебный мир сказки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».